Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр, моя фамилия Казарновский. Я из Израиля. Я буду в жюри вашего фестиваля, нашего фестиваля. Вот, постараюсь судить помягче, но это судить без вкусовщины. Вот. Ну, немножко расскажу, как, так сказать, я дошел до жизни такой. Я полтора года назад первый раз приехал на фестиваль гильдии в Самарканд, в Ташкент. Ташкент, Самарканд это было. Вот там познакомился с нашим потрясающим Маратом Меджановым. На том фестивале я получил, тогда еще это было, поэзия тоже была в конкурсе, так что я получил третье место за поэзию. А впоследствии, значит, я как бы за счет победы печатать свой роман тоже в издательстве Марата, роман, который стал бестселлером. Вот. И в прошлом году я был на фестивале тоже в декабре, это было в ноябре, да. Был фестиваль в Австралии. Там я взял первое место за малую прозу. Собственно говоря, вот такой путь прошел. И желаю вам пройти такой же путь подобный. Ну что, господа, я верю, что вы талантливы, верю, что у вас все удастся. Удачи вам на всякий случай еще раз. Пусть Всевышний вам поможет.